Сегодня видеообзор посвящен тому, как правильно подвязать огурцы. Но не сам процесс подвязки, а к чему подвязать. Вот этот вопрос всегда очень важен. Особенно если у вас огородик небольшой. Маленький. Ну вот как у меня, небольшая грядка. А разместить на них хочется очень много огурцов. Хотя это не совсем верно, но тем не менее. Вы посадили огурцы. Их нужно выращивать вертикальным способом. То есть, если вы будете выращивать их сплошным потоком, то есть оставите как есть на земле, соответственно, грибковые заболевания, огурцы будут грязные, листья будут грязные. Ну, в общем, сплошное безобразие. Даже если вы замульчируете почву, тем не менее, огурцы, конечно, не очень хорошо, когда лежат на земле. Поэтому предлагаю вам выращивать огурцы вертикального способа. Какие могут быть опоры? Здесь вариантов, конечно, масса. Вы можете сами сделать, вбить колышек и сделать разветвление, то есть маленькую планочку, больше, 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 больше. Но это не совсем эстетично смотрится. Особенно если у вас вот такой огород, как у меня, красивый. Хочется сделать все-таки, чтобы шпалеры были красивыми. Палочки здесь точно не вписываются в ваш дизайн сада. У нас в интернет-магазине есть прекрасные шпалеры. Их можно использовать по-разному, в разных назначениях. Это можно для вертикального озеленения. Это может быть для выращивания вьющихся цветов. То есть тех однолетников, многолетников. У них много возможностей, где их можно использовать. Вот здесь я приготовила вам, наверное, самые удобные шпалеры. Во-первых, посмотрите, как она красиво оформлена. Раз. Украсит любой сад. Металлическая сама конструкция. Это уже плюс к тому, что краска с него не сползет, будет служить не один год. И, конечно же, вы видите, что она, в общем-то, достаточно устойчивая. То есть, если даже дует сильный ветер, здесь расстояние между прутами приличное. То есть, ветер продувает, она не упадет. Даже вот я ее, смотрите, качаю силой. Ее можно складывать здесь, на шпалере, петли. То есть, она меняет угол. Если вы, к примеру, посадили огурцы в шахматном порядке, ну, вот тогда складывайте ее, ставите и подвязываете огурцы, и они вертикально поднимаются вверх.